Здравствуйте, обзор новостей спорта в эфире телеканала «Орифей Пермь». Пополнить копилку наград сборной России на универсиаде помогла прикамская летающая лыжница Стефания Надымова. Наша команда заняла 3-е место в прыжках на лыжах с трамплина на всемирных студенческих играх, которые в этом году принимает Казахстан. Алена Сутягина завоевала бронзу в командных соревнованиях. На соревнованиях мирового уровня принимали участие и наши горнолыжники. В Америке прошел этап Кубка планеты по фристайлу. В дисциплине «Могул» прикамья представляли 2 спортсмена – Регина Рахимова и Андрей Махнев. По итогам 2-дневных соревнований Рахимова показала 12-е и 19-е результаты. Махнев сначала занял 19-е место, затем 32-е. Хоккеисты «Молота» прикамья завершили 4-матчевое выездное турне. Заключительная встреча прошла в Казани. Наши играли с местным «Барсом». Результативный поединок завершился поражением пермяков в основное время 4-5. Салахов оформил дубль, Раенко и Давыдов забросили по 1 шайбе. После этого «Молот» опустился на 19-е место. От 16-й строчки, дающей шанс сыграть в плей-офф, команда отстает на 4 очка. 13 февраля Пермь посетит пензенский «Дизель». И в завершение футболе «Амкар» начал 2-й тренировочный сбор в Турции в планах проведения 4 контрольных матчей. 6 февраля соперником будет «Железничар» из Боснии. 10 числа противником станет сборная Узбекистана, 14-го – молдавский «Шериф». А 18 февраля «Красно-черная» сыграет с клубом «Актобе» из Казахстана. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.